Здравствуйте. Вы смотрите программу «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное сегодня – очередной раунд переговоров с Ираном. Есть ли подвижки? Владимир Путин снова пригрозил Европе отключить газ и поехал в Белград. Президент Порошенко прибывает в Милан для переговоров с президентом России. Эксперты не возлагают больших надежд на эту встречу. Начнем с новостей из Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Лидеры более чем 50 стран собрались сегодня в Милане на саммите форума «Азия-Европа». В течение двух дней участники обсудят совместные решения проблем безопасности, а также защиты прав человека и окружающей среды. На полях саммита запланирована встреча президентов России и Украины. Более подробно об этом позже в нашей программе. Крым снова станет частью Украины. Об этом в эксклюзивном интервью программе «Настоящее время» заявил помощник заместителя госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Томас Мелли. Чиновник также подчеркнул, что санкции против российской элиты работают. Это кампания по экономическому давлению на ключевых российских деятелей за то, что они поддерживают аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке Украины. И, как мы видим, она приносит плоды. Однако больше половины россиян считают, что санкции выгодно отразятся на российской экономике. Так показывает исследование, проведенное независимым Левада-центром в Москве. 41% опрошенных уверены, что санкции направлены против всего российского общества, а не только против чиновников. Урегулирование ситуации в Приднестровье зашло в тупик. Об этом заявляет заместитель министра иностранных дел Молдовы Валерий Кивер. Он подчеркивает, что после парламентских выборов Молдова надеется получить мандат на изменение состава миротворцев. Отмечу, в данный момент это российские войска. Перед своим визитом в Белград, а затем и в Италию, президент России Владимир Путин предупредил Европу, что поставки газа на Запад в этом году могут быть проблематичными. В интервью сербской газете «Политика» возможные трудности Путин объяснил сложной ситуацией в Украине и призвал к диверсификации маршрутов поставок. Какова вероятность того, что будущей зимой Европа замерзнет без российского газа? Об этом Шахида Якуб расспросила эксперта по энергетическим вопросам Королевского института международных отношений из Лондона Илью Заславского. Я думаю, что это вполне может быть так. Это не первый раз, когда российские официальные лица делают, в общем-то, неприкрытые угрозы. Надеюсь, что от этого их переговорная позиция усилится. Министр Лавров на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса тоже предупредил, что Европе стоит подумать о Южном потоке в связи с наступающими холодами. Скажите, с чего они добиваются? В смысле, когда они говорят о Южном потоке, в чем проблема с Южным потоком? Они не могут получить разрешение по третьему энергетическому пакету от Еврокомиссии. И без этого, в общем-то, бессмысленно строить этот огромный трубопровод, потому что иначе он превратится просто в груду металлолома. Ни одна из европейских стран, участниц ЕС, не сможет получать газ по этой трубе, если он не одобрен по третьему энергопакету. А почему Европейский Союз не хочет одобрять этот трубопровод, если на самом деле он так нужен и важен? Ну, во-первых, он не так нужен и важен, как это пытаются представить «Газпром» и «Путин». Но это отдельный вопрос. А они не хотят давать одобрение, потому что это монопольная труба, а Европа, как раз ЕС, борется с монопольными проявлениями в энергетической сфере и готов дать одобрение в случае, если «Газпром» допустит независимых поставщиков газа в эту трубу. Скажите, но есть же еще один трубопровод, Nord Stream. А Nord Stream не может поставлять столько газа Европе, сколько нужно? Nord Stream может поставлять в Северную Европу, но в Юго-Восточную Европу и на Балканы просто нет достаточного количества перемычек и коннекторов газовых, чтобы обеспечить потребление в пиковые нагрузки, во времена пиковых нагрузок. Весь вопрос в том, что как раз Россия пытается выставить Украину виновником этих происшествий, но реальность, факты заключаются в том, что в 2006 и 2009 году виновницей был «Газпром» и Россия. И, собственно говоря, вентиль перекрывали не на Украине, и договоренности нарушали. У «Газпрома» есть последовательная история нарушений своих соглашений с партнерами не только на Украине, но, например, с Туркменией.
И поэтому обвинять украинцев в том, что они нарушают договора, это, в общем-то, лицемерие. Неужели такая большая компания, как «Газпром», у которой серьезные контракты и долгосрочные отношения с европейскими партнерами, может позволить себе нанести такой серьезный урон своей репутации? Ну, во-первых, репутация «Газпрома» уже подмочена, и всем ведущим игрокам в Европе очевидно, что «Газпром» не волен в своих решениях, он является проводником решений из Кремля. И сам «Южный поток» — это чрезвычайно политизированный и коммерчески невыгодный проект для России. Поэтому, собственно, сейчас мы видим очередной раунд скорее политических переговоров, чем экономических вокруг «Южного потока». Белград встретил президента Путина со всеми почестями. Визит был приурочен к 70-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. По этому поводу и проводится военный парад. Путин на майках, Путин на чашках, военный парад, флажки. Так встретил Белград президента России. Вот что сказали прохожие нашему корреспонденту, который поинтересовался, почему Сербия с таким восторгом встречает Владимира Путина. Противники на великих. Это большая честь для Сербии, когда приезжает президент такой большой страны. Мне кажется, это честь для всей Европы. Мы покажем Европе, как надо встречать таких людей. Ничего лучшего, чем визит Путина, для Сербии случиться не могло. Путин — это глобальная фигура. Он поднял Россию на ноги. Российские телеканалы ведут практически прямое включение из Белграда, превознося важность этого визита и любовь сербов к России. На самом деле Сербия благодарна России, в частности, за ее поддержку позиции страны в вопросе признания независимости Косово. Благодаря вето России в ООН Косово до сих пор не может стать полноправным членом этой организации. Однако не все так просто. Мы связались с политологом из Белграда Еленой Милич и спросили ее, на самом ли деле так единодушны сербы своей любви к Владимиру Путину. Создается атмосфера, в которой общество и вся нация целиком обожают Россию, несмотря ни на что. А затем они просто идут на поводу у желаний публики. 70% жителей Сербии, по последним данным, говорят, что они высоко ценят Путина и одобряют его визит в Белград. К сожалению, одновременно с этим поддержка евроинтеграции впервые за 10 лет упала ниже отметки в 50%. Я считаю, что это очень опасно для нас. Частично это происходит в результате организованных усилий сербских центров, не заинтересованных в движении Сербии по направлению к ЕС. Из Белграда в Вену. Там любопытные переговоры по иранской ядерной программе. Почему любопытные? Потому что Иран представляет интерес для коалиции в истории с борьбой в отношении террористической организации «Исламское государство». Спасибо, Сергей. В Вене проходит очередной раунд переговоров с Ираном по ядерной программе. Удастся ли переговорщикам достигнуть соглашения к установленному крайнему сроку 24 ноября? Пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки. Нам все еще нужно решить некоторые трудные вопросы, которые не изменились. Но мы по-прежнему сосредоточены на этом, и наша цель – заключить соглашение к 24 числу. С нами на связи наш корреспондент Алексей Березин. Алексей, состоялась встреча госсекретаря США Керри, иранского министра иностранных дел Мухаммада Джавада Зарифа. Сегодня уже продолжаются переговоры на уровне чиновников среднего звена. Есть ли вообще какой-то прогресс? Ну, о том, что прогресс есть и он достигнут по ключевым вопросам, об этом заявили сразу после переговоров все стороны. Однако о какой-то конкретике они не говорили. Сейчас известно, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы срок конечного договора сохранился и был оставлен на 24 ноября. В то же время Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы количество иранских центрифуг для обогащения урана было сокращено с 19 тысяч до нескольких тысяч. При этом стоит отметить, что из этих 19 тысяч лишь половина сейчас находится в рабочем состоянии. Иран категорически отказывается от этого. И, похоже, решение этой проблеме было найдено. Буквально несколько часов назад по каналам агентства Associated Press прошла информация, что американские дипломаты предложили Тегерану сократить не количество центрифуг, а количество того сырья, то есть низкообогащенного урана, из которого можно при помощи этих же центрифуг изготовить уран оружейного уровня для использования в ядерном оружии. О том, что это может быть возможным вариантом, говорит тот факт, что иранская сторона уже начала предварительные переговоры с Россией о вывозе части низкообогащенного урана в Россию. Спасибо. Это был наш корреспондент Алексей Березин.
Джеймс Филлипс, эксперт по Ближнему Востоку Вашингтонского фонда наследия, считает, что стороны не успеют прийти к соглашению в намеченный срок. Я был бы очень удивлен, если бы коалиции 5 плюс 1 удалось добиться полноценных договоренностей с Ираном к заявленному крайнему сроку 24 ноября, поскольку Иран продолжает создавать препятствия переговорам по нескольким пунктам, но особенно по вопросу количества центрифуг, которые он мог бы сохранить. Иран отказывается идти на какие-либо компромиссы по этому вопросу, несмотря на то, что президент Роухани ранее на этой неделе заявил, что он уверен в том, что стороны смогут прийти к соглашению. Являются ли переговоры поводом для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой? Мне кажется, что Москва сможет сыграть более важную роль в деле оказания помощи Ираку в борьбе с Исламским государством, нежели в переговорах по иранской ядерной проблеме. Россия всегда была заинтересована в том, чтобы предотвратить возможность Ирана обладать ядерным оружием, и это не изменилось, невзирая на рост напряженности в отношениях с Западом. Возможно, переговоры США и России в кулуарах будут более сфокусированы на помощи Ираку, в частности, поставках российского оружия Ираку, а не на ядерном вопросе, по которому стороны сохраняют более или менее последовательную позицию. Грузинские власти предупреждают, что процесс нормализации отношений с Россией встанет под угрозу, если Москва подпишет с Абхазией новый договор о сотрудничестве и интеграции. В Тбилиси это расценивают как шаг на пути к аннексии Абхазии. При этом министр финансов Грузии Надар Хадури заявил в интервью «Голос Америки», что экономических отношений между Грузией и Россией практически не осталось. В первую очередь надо отметить то, что влияние экономики России на экономику Грузии и экономики Грузии на экономику России, она минимальна. Вы знаете, что в течение последних 8 лет буквально никаких экономических взаимоотношений между нашими странами не было. Буквально неделю тому назад было восстановлено прямое воздушное сообщение между Тбилиси и Москвой. И буквально один год всего, как грузинские бизнесмены смогли свои продукты завести на российский рынок. Это означает, что никаких особых влияний, никакого особого влияния российская экономика и те санкции, которые Евросоюз наделила российскую экономику, не влияют на Грузию. Самое главное для нас это то, чтобы диверсифицировать наши экономические отношения. Это Евросоюз, это вы знаете, что Грузия подписала соглашение об ассоциировании с Европейским Союзом. Это экономика России, это огромный рынок, который надо осваивать. Это наши соседи, это Украина, так что мы диверсифицируем экономику, чтобы не оказаться перед лицом к одной из проблем, может быть даже политической. А вот что сказал по этому поводу бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в Институте Катона в Вашингтоне. Сейчас Путин принимает меры к тому, чтобы втянуть Абхазию в российское пространство. Это оккупированная грузинская территория. Но в Абхазии сейчас очень мало людей. К сожалению, грузинское правительство перестало поднимать этот вопрос на Западе. Никто больше не хочет об этом слушать. Но они подписывают соглашение. По сути, это инструмент для аннексии Абхазии. Однако они аннексируют ее за счет того, что оттуда уезжают люди. То же самое с Крымом. Я не думаю, что там нужны 2 миллиона жителей. Им нужна территория. Теперь из Абхазии в Милан. Сергей, вам слово. Владимир Путин посоветовал Западу не давить на Россию, потому что это только усложнит ситуацию в Украине. В интервью сербской газете «Политика» при этом российский президент отметил: «Мы заинтересованы в равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве с украинскими партнерами». Заявление прозвучало накануне саммита в Милане «Азия-Европа», где сегодня собрались лидеры 50 государств и правительств. Одно из главных событий саммита – будущая встреча глав Украины и России. Сам Петр Порошенко до переговоров заявлял, что будет добиваться полного вывода из Украины российских войск. Антон Золотых, более подробно. Обмен заявлениями президентов происходит на фоне продолжающихся боев на востоке Украины, что по-прежнему нарушает Минские мирные соглашения. Новости из Донбасса приходят противоречивые. Губернатор Луганской области Геннадий Москаль на своем сайте сообщил о новом котле, о более чем 100 окруженных украинских военных. Помощник губернатора в интервью программе «Настоящее время» сказал, что привести подробности не может, так как информация из зоны АТО не подлежит разглашению. Наблюдатели ОБСЕ подтверждают факт обстрела боевиками блокпоста украинской армии, однако о кольце окружения ничего не сообщают. Один из самых авторитетных дипломатов Украины, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко,
считает, что нынешняя эскалация конфликта усложнит переговоры в Милане, которые и без того вряд ли принесут мир на Донбасс. Чего ждать от встречи президентов Путина и Порошенко в Милане? Об этом перед нашим эфиром мы спросили эксперта по международным вопросам Ростислава Хотина. Здравствуйте, Ростислав. Здравствуйте, Сергей. С одной стороны, Владимир Путин дает четкий сигнал Петру Порошенко о перспективах договориться, а с другой стороны, выражает недовольство США, отмечая, что Вашингтон, цитата, шантажирует Москву. Чего стоит ждать в Милане от такой позиции Путина, от этого дуализма? Ну, этот дуализм, он постоянно присущ кремлевской политике в отношении украинского конфликта. С одной стороны, Москва говорит о том, что она начинает отвод российских войск от границы с Украиной, эти там 17,5 тысяч военнослужащих, которые сконцентрированы в Ростовской области. С другой стороны, НАТО говорит, что отвода на самом деле нет. С одной стороны, Москва говорит о том, что можно иметь дело, Путин говорит, с Петром Алексеевичем Порошенко. С другой стороны, в московских масс-медиа и дальше продолжается этот курс на киевская хунта, как бы вся эта риторика, но немножко уменьшенная, правда, в последнее время. А на самом деле в Милане говорить есть о чем. Это и ситуация на границе, особенно на том участке 240 километров, который не контролируется украинской властью. Это и продолжающиеся боевые действия, особенно горячая ситуация вокруг Донецкого аэропорта. Тем для переговоров очень много, из них вот несколько, это действительно самые-самые горячие. Переговоры Порошенко и Путина в Италии пройдут в так называемом нормандском формате при участии президента Франции Олланда и канцлера Германии Меркель. Вот этот состав, он усилит позиции Порошенко? Ну, Украина всегда говорит о том, что на переговорах, любых переговорах, где присутствуют ее европейские партнеры, это автоматически усиливает позиции Украины. И нормандский формат, он, конечно, выигрышный для Украины, но он в то же время и не раздражает Россию, потому что и Франция, и Германия являются партнерами номер один, наверное, в Европейском Союзе для Российской Федерации. С другой стороны, в Украине тоже звучат голоса о том, что любой формат, не предусматривающий участие Соединенных Штатов Америки, он ослабливает Украину. Украина более заинтересована, есть голоса в том, чтобы был Женевский формат при участии Америки. Можно ли назвать тогда в этой связи Ангелу Меркель адвокатом Украины? Потому что, с одной стороны, канцлер за давление на Россию, в том числе посредством санкций, а с другой мы хорошо помним заявление Ангелы Меркель в интервью немецкому телеканалу ARD о защите интересов России. Я напомню, давайте посмотрим. Украинский народ, конечно, должен иметь возможность выбирать свой путь. С другой стороны, это не должно навредить России, с которой украинцы хотели бы продолжать иметь хорошие отношения. Так какова истинная позиция, по-вашему, Ангелы Меркель в отношении Украины? Ну, Меркель, она воспринимается в России, я так понимаю, как партнер, хотя был, очевидно, просчет какой-то. Президент Путин считал, что он сможет вертеть Германией и манипулировать Меркель, и это не удалось. То, что Европейский Союз вышел на третью стадию санкций против России, это в большой мере заслуга именно канцлера Меркель, которая посчитала, что экономические интересы Германии в России, те 6 тысяч немецких фирм, которые активно работают на российском рынке, это одно. Но есть права человека, есть нарушение международного права, есть аннексия Крыма, есть влияние России и подливание масла в огонь конфликта на Донбассе. И в этом был просчет большой Российской Федерации, президента Путина лично, что он ошибся в Меркель. Благодарю вас. Спасибо вам. Чего ждать от встречи президентов Путина и Порошенко в Милане? Эксперт по международным вопросам Ростислав Хотин. Время передавать слово нашим коллегам в Соединенных Штатах, Вашингтон. Спасибо, Сергей. Старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Ларионов пишет в своем блоге, что падение значимых экономических показателей сопровождается ростом поддержки президента России Владимира Путина. Он сегодня наш гость в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, чем объясняется вот этот эффект, как вы их называете, путинских ножниц? Прежде всего, это объясняется успехом дезинформационной кампании, которая ведется российскими властями относительно того, что действительно происходит в стране, от того, что происходит в экономике, от того, какое положение страна занимает в современном мире. С одной стороны, в последние 9-10 месяцев очевидно ухудшение практически всех значимых экономических показателей. От промышленного производства до курса рубля, международных резервов, фондового рынка, цен на нефть и так далее.
Только что вчера пришли данные о том, что промышленное производство сокращается уже 5 месяцев подряд. Если это будет продолжаться еще следующий месяц, то есть вот нынешний октябрь, то тогда это будет обеспечение технических условий рецессии. С другой стороны, за то же самое время демонстрируется невероятный рост оценки одобрения и поддержки непосредственно Путина. Причем это делает не только и не столько прокремлевские социологические центры, но и такой независимый центр, как Левада-центр. Таким образом, при всех претензиях, которые можно предъявить социологическим опросам, похоже, так или иначе, в какой-то степени это соответствует действительности. Это, и вместо того, чтобы, что мы видим во многих других случаях, когда экономические и социологические показатели идут рука об руку в одном направлении, по крайней мере, сейчас мы видим явно расходящиеся линии. Это то, что образует эффект так называемых путинских ножниц. При падении экономических показателей социологическая поддержка растет. А есть ли у этого какой-то предел? То есть... Этот предел определяется пределом существования авторитарного, жестко авторитарного режима с элементами тоталитарного. Похожие картины мы можем видеть в Северной Корее, на Кубе, отчасти в Советском Союзе. А есть ли исторические примеры действительно того, чем это кончается? Потому что Куба, Северная Корея, все-таки это тоже пока продолжается. Да, они еще не закончились. Тогда, когда это заканчивается в Советском, как, например, в Советском Союзе, это действительно все заканчивается. Нет ничего такого, чтобы не заканчивалось в современном мире. Да. Но здесь есть два фактора. Первый, во-первых, это длительность существования. И она может быть достаточно такой продолжительной. И второе, цена, которую общество платит за наличие таких ножниц. Она тоже высокая. Еще один вопрос. Вот все-таки мы видели, коллеги нам показывали из Праги, как президента Путина чествовали в Белграде. Можно ли все-таки говорить о становлении вот этого евразийского блока в противовес Западу? Ну и вот как президент Путин назвал подход США к России враждебным, якобы враждебного этого блока. Ну вот знаете, известная фраза о том, что история повторяется дважды. Вначале в виде трагедии, а потом в виде фарса. Действительно, Варшавский договор и такой военный союз коммунистических стран после Второй мировой войны, действительно, это было для многих трагедией. Мы знаем, что было в Берлине в 1953 году, в Венгрии в 1956, в Чехословакии в 1968. А сейчас попытка создания такого блока, в общем, конечно, вызывает такую горькую улыбку. Крупнейшие военные партнеры для России – это Абхазия и Южная Осетия. А что касается Сербии, есть две большие разницы. Одно дело организовать парад по случаю приезда Путина, другое дело для Сербии быть или пытаться быть, или представлять, что она может быть военным партнером или членом какого-либо военного блока с Россией. Это невозможно. Сербия находится в центре Европы, рядом с ней находятся другие страны, являющиеся сейчас членами НАТО, Венгрия, Румыния, Болгария. Поэтому надо разделять, так сказать, пиаровскую составляющую и практическую составляющую этой политики. Спасибо большое. Это у нас в гостях был старший сотрудник института Катона Андрей Ларионов. Прага, мы ждем вашу рубрику «Пинцет». Сергей? Ну, я скажу, что за время своей политической карьеры рейтинг Владимира Путина то взлетал вверх, то рекордно падал, кто-то российского лидера ненавидит, кто-то боготворит. Но сегодня нет ни одного СМИ, где нет упоминания его фраз. Безусловно, такая цитируемость не могла не вызвать интереса карикатуристов, готовых шутить и зарабатывать на всем и вся. Некоторые иллюстрации мы собрали в нашем «Пинцете».
сепаратисты. Ополченцы. Объективная информация. Агитация и пропаганда. Язычный человек. Государство. Донбанк. Покупайте свое и ваше. Коррупция. Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». События Майдана и последовавшая за ними агрессия России всколыхнули не только саму Украину, но и украинцев, живущих за пределами родины. В Соединенных Штатах многие занялись сбором средств на нужды Майдана, а позже и на поддержку вооруженных сил Украины. Виктор Ки, жонглер знаменитого цирка «Дю Солей», разукрасил свой автомобиль в желто-синие тона и посвятил свой автопробег сбору пожертвований. Артист цирка Виктор Киксив, а нынче Виктор Ки, уехал из родных Прилуг за границу еще юношей. Талант и случай привели его в легендарный канадский цирк «Дю Солей», который, по сути, является огромной корпорацией с миллиардными прибылями. Неудивительно, что целью виртуозного жонглера было искусство и материальная обеспеченность. О других вещах его заставило задуматься события на Майдане. До этих событий я как бы не думал о том, откуда я родом и насколько важны эти корни в себе внутри. Я был занят карьерой. После трагических событий, связанных с гибелью людей, Виктор понял, что одного сочувствия недостаточно. Разукрасив свой любимый Порше в цвета украинского флага, артист отправился в двухнедельное путешествие от западного до восточного побережья Соединенных Штатов с целью собрать средства семьям погибших бойцов Небесной Сотни и рассказать американцам о событиях в Украине. Американцы не остались равнодушными. Встречные оставляли на украинском флаге надписи латинским шрифтом, кириллицей, иероглифами. Представители украинской диаспоры целовали знамя и призывали жителей Украины не сдаваться. Были и те, кто оказывал непосредственную помощь. Было колесо буквально два ночи. Проезжает мимо полицейский. Остановился, смотрит. А колесо просто, ну, у нас даже есть фотографии, видео. Да. Оно не то, что просто пробилось, оно уже так исковеркалось. Я не заметил, что оно лопнуло, ехал долго. И уже все, надо менять. 8 тысяч миль, 12 городов. Многочисленные интервью и жизнеутверждающая музыка в дороге. Собранные деньги были переданы в Киеве родственникам погибших героев. Несмотря на то, что они достались только нескольким семьям, этого хватило, чтобы навесить на артиста ярлык человека, открыто помогающего врагам. В результате наступления в России Виктор поставил крест. Российское телевидение тоже все перекрутило и сделало из меня как бы какого-то врага для них. Я с патриотических целей просто решил там не работать в своем будущем. Даже сейчас наше шоу «Амалуна» должно через год ехать в Москву и быть два месяца в Москве. Сейчас Виктор Ки вдохновлен идеей благотворительного концерта в помощь детям погибших и собирается осуществить подобный тур по дорогам Европы. Как говорит Виктор, несмотря на отсутствие кардинальных изменений после событий Евромайдана, он уже никогда не откажется от своего желто-синего авто. Он благодарен жителям Украины за готовность отстаивать свое человеческое достоинство и за то, что они заставили его взглянуть на самого себя. И снова передаем эстафету Праге. Сергей? Настоящее время вновь наступит уже завтра вечером. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.